Стрит-воркаут или уличные тренировки – так называется популярное спортивное направление, которое несколько лет назад в Казахстане считалось неофициальным. А уже сейчас в Алматы насчитывается свыше 400 спортсменов, вытворяющих на турниках и брусьях самые опасные, но зрелищные трюки. Теперь для активных молодых спортсменов на территории торгово-развлекательного комплекса открыли специализированную площадку. Пока это, конечно, одна площадка, надеемся, что их будет больше. Вот. А так, конечно, на этой площадке мы будем проводить соревнования, тренировки 2-3 раза в неделю будут проходить в определенное время. Турники, брусья, кольца и шведская стенка – все, что необходимо для стрит-воркаутеров. Специальная площадка доступна не только профессионалам, но и любому желающему. А вот появилась она не без помощи партнеров. Генеральным спонсором проекта по сооружению снарядов выступил банк РБК. Я думаю, что банк РБК, и я призываю всех тех, кто может оказать поддержку этому проекту, сделали его общенациональным, не только в городе Алматы, не только по городам Казахстана, но и в целом. Это здоровье, это будущее нашей нации, поэтому здесь не должно быть никаких сомнений. Это не единственный проект, который реализуется при поддержке банка РБК. Пока это первая специально оборудованная площадка в городе. Но уже в скором времени в мегаполисе появятся еще 3. Самая большая из них будет в парке культуры и отдыха. Амина Абдрахманова, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.